То, что случилось с Боингом, конечно, это страшная трагедия, но, к сожалению, мне кажется, что никак не повлияет это на военные действия, то есть никак вообще, то есть это точно ничего не остановит, вот, ну, наверное, и не усилит военные действия, просто, ну, я думаю, что все как-то это сейчас раз и забудется.